7 декабря при администрации города прошло итоговое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Заседание прошло под руководством главы Десногорска Андрея Шубина. На нем присутствовали представители заинтересованных структур и ведомств, сотрудники ГИМС, правоохранительных органов и противопожарных служб. Встреча началась с награждения директора Центра культуры и молодежной политики Ирины Жуковой и начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрея Воронцова. Управляю Андрей Константинович, вы традиционно показываете совместно с нашими взаимодействующими органами высокие результаты на всех учениях, тренировках. Поэтому спасибо за ваш труд. Благодарю за службу. Члены заседания озвучили итоги работы за прошедший год по своим направлениям, а также представили статистику по чрезвычайным ситуациям в городе. Кроме этого, были названы основные проблемы в оказании помощи гражданам в экстренных условиях. Это большое количество автотранспорта во дворах, которые припаркованы с нарушением требований и затрудняет проезд и установку фасадов пожарной специальной пожарной техники, особенно в ночное время. Также это затрудняет проведение очистки дорог от снега в зимнее время. В последнее время настоящим бедствием для населения стал рост случаев телефонного мошенничества. Начальник полиции Юрий Гришин напомнил, как не оказаться жертвой подобного преступления. Мошенники пользуются представителями Сбербанков, ихними телефонами, представителями системы МВД, для граждан. Ни сотрудники Сбербанка, ни сотрудники полиции звонить никому не будут. Особенно о передвижении денежных средств. Это надо понимать. В преддверии новогодних праздников особо актуальным стал вопрос об утверждении мест для использования пиротехнических изделий. Наиболее безопасными были признаны территории городского пляжа, окружной дороги за комплексом Курган Славы и центральной части города за летней эстрадой. Ксения Лошкова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.